Ребята, всем привет! Меня зовут Юля Пушман, и мы с вами продолжаем играть в Dying Light. Я снимаю сейчас уже второй час. Прошлую серию вы видели уже. Я ее снимала только что, закончила снимать. Я решила, у меня сегодня есть время, поэтому я поиграю целых 2 часа. Поэтому погнали, полетели, залетаем в игру. Не будем ждать. Мы вчера с вами остановились на том, на чем мы с вами остановились. Так, мы с вами остановились на том, что мы так и не добежали до нужного нам места. Нам нужно найти чуваков. А, найдите пропавших. Нифига, мы быстро их нашли, они, походу, все сдохли. Вот он пропавший. Пропал. И чё ж ты пропал-то? Так, так мне интересно, тут так ветер их развивает, их куртки, этих зомбарей. Кошмар. Мы нашли пропавших, они оказались все мертвые. Конверт нашел? Нет, еще, погоди. Твою мать! Твою мать, не то слово! Ребята, у нас сразу сдохли! Нахер я выкинула это? Аш, я говорю тебе, аш! Слушайте, аш так далеко. Так, это сейчас нам еще и зомбаков привлечет. Ну, дела. Так, а зомби-то вообще тут где-то есть? Они где-то тут ходят? А, кстати, хорошая идея привлечь-то сюда зомбаков. Кто в нас стрелял? Ага, я вижу! Сейчас сюда еще и зомби прибегут. Ну, крадец нам, ребята! Так, меняем. Дишки наши. Сука, всего 5. Вот это будет опасное игрище. Ой, блядь! Так. Там еще и зомбари бегут. Ключи какие-то, ключи. Взять. Так, а чё ключи-то? Оружие сломано. Смените его с помощью тап. Пофиг, нет, у меня тап не работает. Ха-ха! Ну, капсда нам. Вон он! Жалко, у меня тоже вот пулеметы. Бошку тебе отрубить, собака такая. Нет, жишки-то не долетят. Ой, тут сейчас еще все взорвется нахер. Так, нам нужен план. Слышите, зомбаки, они наверняка сюда сейчас прибегут. Давай, стреляй. А патроны-то у него вообще чё? О, офигенная идея. Нет, это очень плохая идея. Но я уже иду. Ну, сука, аж. Блядь, ну, блин. Короче, у меня сегодня настроение убить чувака с пистолетом. Это будет очень сложно сделать, сами понимаете, почему. Эй. Чё? Почему я так далеко возродилась? Это чё? Да блин, ну нечестно, я так далеко возродилась, какого фига? Почему не где-то там рядом за машиной, чтобы сразу спрятаться? Обидно. Так, сюда можно зайти, значит я зайду. А, нельзя сюда зайти, значит я не зайду. Понял. Ладно, бежим обратно, бежим. Всех перескакиваем, перепрыгиваем. Так, а ну вот, кстати, да, это место, где у нас драка-то была. Ладно, вроде не так уж и далеко. Если это то. По цвету то. Сейчас мы просто, может быть, найдем какой-то вход. Опять же таки, если это то. Ой, блин. А, ну ладно, это просто быстрый. Да, он, видите, у нас не просто зомби, а мутант. Почему войти не могу сюда, блин? Ой, кошмар, что-то, блин, вообще так резко все началось, закрутил, завертелось. Где наш враг? Мы тут ничего сделать не можем. Что-то мне холодно в комнате, надо было мне... Взломаем, вдруг тут арбалет какой-нибудь. Что, конечно, вряд ли.
Так, ну я знаю примерно вот. Можно было даже ничего, кстати, не двигать. Ой, ну... О-о-о, великолепный сюрикен. Просто великолепно. Так. Слушай, а он же здесь был. Чё-то за глюк был. Мы же тут вроде дрались с вами, да? Нет, что ли, собака? Вы видите, что она делает? Защитить. Да, нам вот сюда. Ну, ладно, все равно мы не очень далеко. Но посмотрите, сколько здесь машин. Самое обидное, что пока я взламываю, зомби могут ко мне подойти. Вот это мне... Нет. О, нашли зону карантина. Ну, мы потом их обыщем. Кстати, а ту, которую мы зачистили, она горит как зачищенная. Где она у нас была? Вот здесь. Склад химикатов. Да, давайте запомним. Склад химикатов. Мы так и не дошли до дома. Сука. Мы были в склад... Или нет? Сейчас мы открыли этот. Это туннель, который я тогда нашла, я туда не пошла, потому что без вас играла. Склад химикатов мы с вами сделали. Да, нам вот эта заправка нужна. Я думаю, какой бы план... Просто музло пошло. Жизни есть? Ничего нет, ничего нет. Кстати, вот оттуда бы зомбаков сюда притащить, да, чтобы он отвлекся на них. Мне здесь нужно найти конверт. Мы сейчас пробежим аж. Да бляха. Ну, нам его, конечно, не замочить просто так. Ух ты. Я думаю, мы туда только через верх проникнем. Ага, я здесь еще и не залезу. Ага, он еще и сюда подошел, как будто бы. Так, как же нам его одолеть? Хоть бы разок нам у него. Сколько страшных звуков от зомби, хоть бы один пришел и отвлек. Ну я его так, конечно, не... Блять, и мои сюрикены не долетают. А это очень долго будет грузиться. Это сломано. В идеале вообще заменить. Нет, нет. Мне надо коктейль Молотова туда закинуть. Где он? Ах, сука, вижу. Так, я не пойму, а что это зомби-то сюда не идут? Активируем ловушку, чтобы все сюда быстренько пришли. И у нас появился шанс замочить этого с пистолетом. Потому что зомби... Идут они? О! Или это ветер просто? Вон они идут. Так, блин, что-то холодно. Дайте окно закрою. Все. Так, нам нужно сделать с вами коктейль Молотова. Я люблю вот именно так играть, если честно. Ну, нет, задания-то тоже люблю проходить, конечно, разумеется. Но! Мне интереснее, когда вот такие всякие необычности происходят.
Нам нужно как-то его туда удобно закинуть. Как бы мне-то... Где он? Где? Я думаю, ему вообще поссать с высокой колокольни на мою эту тему. Ну-ка, здесь мы спрятаться сможем? Я его убила! Во! Это мы нашли. Okay, got it. Все, нашел. Тащи его сюда побыстрее, будешь героем дня. Сейчас. Я свой автомат заберу. Правда, я сомневаюсь, что мне там кто-то какие-то автоматы оставил. Эй, ты, иди сюда! Я на антенной матче, видишь меня? Я здесь, наверху, мне нужна помощь. А. Не, я тебя не вижу. Помощь, это, конечно, хорошо, но у меня тут дело такое. Ай, больно. О, бля! Капс, да, ребята! Так, что-нибудь нахер выкидываем наше говно сломанное. Разобрать. Ня. Ну ты гонишь! Сука. Это у нас будет ценный продукт, мы его с вами тратить не будем. Так, как-то можно его выбрать, типа, чтобы не выбросить случайно? Не-не-не, надо его убрать отсюда. Потому что я его случайно, когда буду от кого-то убегать или что-то бояться, просто возьму и нахер весь потрачу. Короткий нож, 32. На самом деле у меня хорошего оружия-то и нет. Блин, ну пацаны, стоит 8 косарей долларов. Ну кто бы сомневался. Так. А, с этой стороны можно открыть. А где его труп? Блин, не, ребят, не, это вообще, конечно. Безопасная зона разблокирована, да еще и какая. Выглянь, вы. Тайник игрока, это все тут наше. Ё-моё, ребят, это просто офигенная зона. Так, открывай холодос. А, вот там ничего нет, походу. Сейчас мы тут все с вами осмотрим. Используйте, мы можем теперь дверь открыть. Так, а, ну блин, тут, наверное, нет-то нихера. Вот этого журнала боевых действий. Ждать до вечера нам не надо. Блин, ну вообще... Подождите, мои очки не прокачали. Вечно забываю. Так, цены в магазинах ниже на 10%. Научитесь лучше собирать предметы, создавайте больше предметов из тех же материалов. Да, это хорошая вещь. Что дальше? Так, сбивайте врагов с ног ударом в прыжке с разбега. Врагов для избавления... Так, а мы же уже выбирали с вами. А, вот что. Ваше тело становится крепче, вы восстанавливаете здоровье на более высоком уровне. Это хорошая вещь. Станьте лучше в паркуре, бегайте дольше, карабкайтесь, набирайте ловкость быстрее, получите доступ к новым способностям. Блин, тут две хорошие вещи. Навык уклонения. Блин. Ну, здоровье, да, ну, здоровье. Аптечки все-таки искать, ну, как бы их не везде много. Так, вы лучше сражаетесь, у вас увеличится выносливость, появляются новые боевые способности. Хорошая вещь, что спорить. Так, наносит огромный урон, но требует больше выносливости. Чтобы использовать, удерживайте, отпустите левую кнопку мыши, требуется одноручное оружие. Научитесь использовать оружие более эффективно, оружие ближнего боя дольше сохранит прочность. Супер. Наши просто ломаются вообще, как черти какие-то.
Блин, ну настроение отличное. Типа не открывается, ну и хорошо, и не надо. Так, можно закрыть наше убежище? Круто, ребята, ну круто. Вот, игра начинает набирать обороты, особенные обороты. А теперь пойдем по реальному заданию. Ну, хотя это тоже было задание вообще, что это? Так, мы так и не прошли вот это, мне очень хочется. Это то, что у нас открылось. Вот туннель, наверное, вот этот стрёмный. Склад химикатов. Подожди, а мы там взяли костюмы химзащиты? Нам там такое давали? Давайте спасем матерь. Ну, день матери, в смысле, что там, надо спасти какую-то женщину. Посмотрим по карте сразу, куда нам идти, чтобы не облапошиться. Ой, далеко. А, это дом этого Гази. Или как его? А, так он там и есть, что ли, эта мать? Да. Нам бы и с Раисом разобраться. А Раис далеко? Раис поближе. Но мы можем сначала к Раису дойти. Пошли тогда к Раису. Да, ходить, конечно, с этими ссаными палками после того, как у тебя появляется автомат. Так. Инвентарь заполнен. Каким-нибудь говном, да? Газовая труба урон наносит просто нищебродский. 63. Разбираем. Нож крюк 80. 40. Обращение 113. Что значит обращение? Мне просто не нравится, что так мало чего-то там. Бита беспонтовая. Хотя, наверное, ее продать выгоднее, чем разобрать, да? Ну, по крайней мере, у нас уже должно быть появиться. Должно появиться место, чтобы собрать нужности. А что тут еще есть? Ух ты! Давайте поближе, раз уж я так отклонилась. На самом деле, не такая уж страшная игра, согласитесь. Ну, не, как бы страшная. Но имеется в виду, что мы же с вами и пострашнее видали. Тут просто... Чё? Понятно, он был прям тут, самым рядышком. Этот наш челик. Бечевки, это отлично, вы знаете? Потому что мы из них сюрикенов можем делать. Не, клёво, я очень довольна, потому что это наше первое оружие, и не абы там какое. А реально какое. Какое-то. Мишечка. Денежки. Чё это там? Вискарик какой-нибудь, наверное. Так, вот мы с вами пройдем сейчас по тропинке. Казалось бы. Вот, блин. Надо поменять. Я-то думала, сейчас сурикеном его шлепну. Вонючки. О, не, я слышу, не бегу. Думаю, можно с уверенностью сказать, что местные Раиса не любят. Зато они его боятся. Знаешь старую поговорку? Если можно выбирать лишь одно, пусть лучше боятся, чем любят. Точно, умный был мужик. Макиуэли? Что-то Телли? Открываем. У меня отличное настроение сегодня. Почему? Потому что вчера у нас с мужем была годовщина. 5 лет, как мы вместе. Сегодня мы пойдем в ресторан. Мы просто вчера что-то как-то решили дома потусить. Да и ресторан, который мы хотели, что-то, по-моему, занят был. Хотя я даже не знаю, куда он меня поведет. Потому что он мне сказал, что, ну, блин, давай в субботу. Я говорю, да вообще без проблем. Я вчера... дома с кайфом потусила, поэтому
поэтому сегодня у меня есть и время есть на игры. И ух ты. Блин, тупо, что некоторые закрыты все-таки. Ух ты, взломать трудно, клево. Просто всегда кажется, что если что-то, ну, типа, такое вот трудно взломать, то там должно быть что-то. Так, сейчас какой-то груз, небось, опять скинут, за который меня пошлют. Зато сколько сейчас всего я Раису отнесу. Еще когда я без вас играла, я собрала какой-то груз. Потом, что еще? Потом мы сейчас нашли что-то. О, короче, чертежи это то, что я типа теперь смогу что-то создавать. Клево. Клево. Радио. Пахлава. Отлично. Отлично. Здоровечек себе побольше делаем. Так, там я вижу выжившие, но у меня что-то заколебали уже эти выжившие. У меня своих дел по горлу. Сами справляются. Что это такое вообще? Что за дела? Так, это все мы нафиг перепрыгиваем и бежим по нашему делу. Так, а что я там ловкость не прокачала, да? Чтобы быстрее бегать. Здоровье прокачали. Урон какой-то, да? Клево, клевая труба. Так что у меня сегодня прям настроение супер боевое, потому что сейчас я доиграю с вами. Сколько нам там играть еще? Минут 40. И что-то я проскочила. И я поеду в ресторан. Буду пить винишко. И эти зомби мне никак не помешают провести отличный вечер. Да, действительно, я, конечно, могла бы и быстрее проходить эту игру, но зачем? Я могу создавать новый предмет. Интересно, а что я могу создать с помощью вот этой травы? Наверняка и марли моя используется. Чешется шея, мне надо обходить с другой стороны. Опять начинается. Как они мне надоели. О! Красава! Все, сейчас у нас будет диалог. Не-не-не-не, вот видите, он мне опять предлагает. Че? А, вот с ним, что ли, поболтать? Чуть меня уже не впускают. Вот чертежи. Отлично, на тебя можно положиться, не то что на этих лукашей. Рай ждет тебя. Может, мы еще поработаем вместе. Боже, надеюсь, нет. А мне пофиг. Чё ты, надеешься, нет, типа, уже устал от всех скрываться? Милосердие, они принимают за слабость. Дашь им палец, они откусят руку по локоть. Понял? Я дал тебе приют, хлеб, женщин, оружие, а ты не можешь выполнить простое задание. Вас всех стоит отправить в яму. А, явился наш лакей из башни. Ты мне принес что-нибудь, дружок? Принес. Теперь твоя очередь дать обещание. Два ящика антизина. Вряд ли. Сука, буду каждый раз по-разному. Твоя преданность башне — лишь слепая покорность, Крейн. Трусливая покорность лживой системе. Ты бездумно следуешь их правилам, как и моим. Хорошая собачка. Мы же договаривались. Твоим друзьям нужен антизин. Догадываюсь, что сейчас, как никогда. Но кто-то следует чужим правилам, больше не мужчина. Но так и быть. Держи. Ты обещал два ящика, тут только 5 капсул. Если хочешь еще, я дам тебе возможность. Боец, Скорпион, Джейд Альдемир. Из ваших. Приведи ее. Я устраиваю бои на арене ради забавы. Хочу посмотреть, как дерется Скорпион. Любопытно, сколько она продержится. До конца?
Я? Нет! Нет! Забудь, этого не будет! Не слышу уверенности в твоем голосе, Крейн. Кажется, ты еще не сделал выбор. Будешь верным псом и спасешь жителей башни, или будешь мужчиной и спасешь даму? Ну же. И подумай. Сука! Я хочу в магазин к вам! Окей! Ладно. О! Вот черт, это мои крысы звонят. Сейчас мы пойдем и послушаем, что они мне там наговорят. Выход из безопасной зоны. Следуем далее. Вот сейчас мы на этот фургон заберемся, чтобы никто не слышал. Ща, вы меня только не отвлекаете. Сейчас я своим крысам позвоню из ВГМов каких-то там. Вот сюда. Сейчас все станет синим. Это Крейн. Доложи. Я больше не работаю на Раиса. Он хочет, чтобы я похитил Джейд Альминер и доставил к нему для участия в гладиаторских боях. Да? И? В чем дело? Что значит «в чем дело»? Я не работорговец. Кажется, ты забываешь, как важно получить файл, Крейн. Раису нужна девчонка, пусть заберет ее. Ты будешь рядом и посмотришь за ней, верно? Что? Да как вы? Вы же говорите о гуманности. Что к чертям происходит? И, кстати, если этот файл может спасти мир, зачем держать его где-то там? Крейн тебе платит не за нарушение субординации. Делай свою работу. Крейн тебе платит. Что вы сдохли, уроды? Слушай, я не понимаю, он только крутой, мочит зомбарей. Ну, в смысле, я. Почему ему надо быть кому-то должным, кому-то прислуживать? А это еще что? А, это моя локация. Мне сюда не надо было. Точка, это сбило меня с пути. О, бля. В смысле, блин. Разумеется. Так. Похавали и можем отправляться. Куда? Просто этот Раис Саны еще не в курсе, что у меня есть пулемет. Мы пойдем вот сюда. Спасем ту деточку. Я так решила. Потому что у нас и был такой план. Спасти ту деточку. Не знаю, что там. Кстати, я с прошлого выпуска даже не переоделась, прикиньте. Ну, я уже вам рассказала, почему. Я его только закончила снимать. Так, никто на меня не нападет, тут ничего нет. Блин, чихнуть охота, что за дело? Блин, ну клево, да, в прошлом выпуске мы мочились? Ой, наш главчик Джефф на прошлой неделе ушел от нас. Его неким заменить. Блин. Не может, а точно, побыстрее. Говорят, он устроил себе небольшую крепость где-то за железной станцией. Короче, мне опять надо что-то где-то делать. Слышь, почему это все пользуются мной? Полный газ, награды, нормально. Чтобы отслеживать, удерживать новую запись в журнале. Ну потом, подожди, дай мне ту девушку спасти. Ее зовут еще как мою маму. Ну что за дело? Надо помочь. Лена. Ну если я не ошибаюсь, что ее в игре так зовут. Просто вроде была Лена. Так, сейчас мы тут тоже активируем. Ну, все еще не понимаю, зачем. Ну в принципе нет, это грубо говоря, чтобы я не тратила, например, взрыв пакета. То есть мне что-то надо, я их отвлекаю и не трачу взрыв пакета. Сейчас я посмотрю, как мне пройти. Так. Кажись, нам на этот... Блядь, меня этот мост уже задрал. Ой, нет! Я уже какой выпуск хочу сказать, что вот это пение меня, если честно, напрягает. В этой игре, особенно еще и зомбаки. Чё-то стрёмно. А, если маме плохо, то всем плохо. Так что тебе лучше порадовать ее. Гази? Я тоже, у нас одинаковые имена. Ты из видеопроката? Нет, мое имя Крейн. Крейн? Крейн рифмуется с бассейн, Хусейн, Портвейн, Глитвейн, Кронштейн, Эйнштейн и прочим Штейнами, а еще... Можно войти? Нет, ни в коем случае, исключено! У нас с мамой сегодня праздник. День матери, это самый важный день на всем белом свете. Ты из видеопроката? Почему из видеопроката?
потому что ты должен был принести мой фильм про меня, называется «Чарли». Этот фильм обо мне и о том, какой я умный. Больной какой-то, отшибленный. Гази, если я принесу фильм, ты позволишь мне войти? Посмотрим его втроем. Сегодня День Матери. Если маме плохо, то всем плохо. Блядь. Да, еще она хочет конфет. Мама любит шоколад. Погоди, это уже перебор. Не спорь с Гази, это бесполезно. Так, в аптеке говорят. Ой, ну... Сука. Это я к тому, что... Вот делай людям добро, да? Что это? А, это вот сюда мне антизин надо отнести. Тут у нас конфеты, фильм. Ну, не дрени. Не дрени же. Ладно. Мы это сделаем. Кстати, что-то мне самой кушать захотелось. Где там мой ресторан? Когда мне уже в него ехать-то? Через полчаса. У нас еще полчаса с вами, ребят. Полчаса. Полчаса. За 10 минут я соберусь, потому что мне только нарядиться. Так, ты уже накрасная вообще конфетка. Так, я туда пройду. Я надеюсь. Что-то темно здесь. Что-то тут у вас тихера. Так, это что, типа груз свалился? Блин, харкают они жестко. Так, желтенький, кажется, разъяренный. Сейчас он какой-то с неактивный. Ой, блин. Я так не хочу с этой сукой драться. Но она ведь не успокоится. Там еще здоровый какой-то. Она может в какой-то момент просто потеряется. Заблудится, так сказать. Заплутает девочка. Через забор забудет перелезть. А мы сейчас вот по крышам. Чё, сучка? Бежит, вот сука, поднимается. А от нее не убежишь. Ну, в смысле, она может преследовать, мне кажется, бесконечно. Все это опрометчиво, дурында. Так. Так, мне прямо. Причем по этим домам можно пройти. Еще посмотреть, что в этом сундуке. Как же меня бесит, когда сундуки запирают. Ну, понятно, они хотят как бы усложнить мне игру. Да блин, ну... Просто нигде даже не продвигается. О! Да. Получил лось. Так, мне надо раздобыть шоколадные конфеты, фильм, и все будет у лёд. Ломаные ноги. А, нет. Угу. Ну, начинается. Сейчас мы их отвлечем. Ой. Это их слишком много. А, вот же они были. Что-то они его не слышат, походу. Блять, да вы уйдете, нет. Сучка сюда какая-то бежит. Видите? Желтая стрелочка. Вот, блядь, что-то ненадолго нам хватило. Не, взрыв-пакет хорошая вещица, как оказалось в итоге-то. Так, сейчас мы все найдем, что надо. Конфеты, не конфеты. Так, кофе, 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 кофе. Шоколадные конфеты. Улет.
Слушай, сколько кофе-то. Вот бы из кофе можно было сделать шоколадные конфеты. И съесть их самим. Ой, ёб твою мать, чё-то я, блядь, не ожидала. Бля, пиздец. Это что такое? Ты у меня на ладони. Назовись или буду стрелять. Нифига. Уходи. Я думала, это арбуз вылетел из него. Это его зеленая голова. Офигеть, короче, походу это не зомби взорвался-то. А какой-то чувак нас выстрелил, прикиньте. Я думала, это зомби взорвался, если честно. Так, понятно, сверху зайдем, нет проблема. Придется совсем сверху откуда-то залезать, потому что там заперто. Так, тут есть. А, мы тут и пробовали, да? Блин. Угу. Ах ты собака, нет, ну ты глянь. Пожалуйста, быстрее. Закрой. Так, только не сейчас. Поняли, да? Это же нам... Чарли, на че? А, на че? Где че? Че? Вот, вот. Где кассета? Блин, жалко, что я не могу все кассеты здесь собрать, потом их продать. Правда, не знаю, кому они вообще нужны будут. Так, ну... Ага. Не-не-не, а можно не открывать? Давай-ка... А чё? Ну всё. Ой, слушайте, как будто темнеть начинает, да? Ой, а как их много-то? У меня тут хата, что ли, моя? Вы гляньте, как их много там. Так, я хочу залезть наверх, посмотреть, как их много. Так, да, у меня здесь какая-то моя, типа, база. Хотя она не горит, как мой дом, вроде как. Ладно, в любом случае, погнали. Так, перепрыгнем по башке. Блин, не перепрыгнул. Так, перепрыгиваем. Отлично, люблю, когда он быстро бегает. О, что-то магазин какой. Наверху. Давайте заглянем туда. Интерестинг, вообще, интерестинг. Это прям какой-то интерестинг. А как туда заглянуть? Открывай. Ну, по пути сейчас зайдем в магазик, пойдем дальше. Если нас никто не схавает, конечно, пока мы идем. Еще выше где-то. Вот видите, вот черт, как же меня бесит, что на эти батончики сразу съедает. Так, как бы нам запрыгнуть? Так, подождите. Подожди. Блять. Выжившись, что понравилось? Так, что понравилось? Что я у тебя могу взять? А, надеюсь, он меня за это не убьет? Взлом. Потому что я прям перед его лицом взламываю. Возможно, это его. Ну, знаете, обычно в играх так делать нельзя. Да-да, все, все продается, только потише, ладно? Ну, в принципе, у меня все и заполнено, да и взять-то у него нечего. Ну, давай посмотрим, что у тебя есть. Что мне надо, чел? Как всегда, у тебя ни хера нет того, что мне надо. Ну, у тебя есть какой-то топор!
Стоит, правда, дорого. Но у меня как бы есть деньги, но не то чтобы я бы хотела их потратить на топор. Но урон отличный, отменный. Или потратится, да? Серп, клёвый. Но я не могу пока, мне надо докачаться. Это оказывается, ну, короче, качаться надо мне, чтобы такое уметь владеть. Я тебе продам вот это. Вот это. У меня есть лопата, но она какая-то тупая. Это не продам. Нож, крюк. Ну, кстати, я могу не покупать у него этот топор. Ну, чё, урон 100, у меня, по сути, вот, 80, считай, то же самое. Армейская лопата 63, армейская лопата 51, ржавый, ржавина какая-то. Это вообще уже, мне кажется, вышло из моды. Но у него хороший этот урон. А, ну во. Кофе у меня уже 10 штук. Сигар. Что за клинок и это? То есть я продаю. И вот как вы можете опять обратить ваше внимание, у него опять нихера нет. Можно взять, конечно, металлические детали. Ну, хоть что-то купим, да. Давайте посмотрим, что я могу делать из химикатов. Сделаем, во-первых, аптечки. Что-то так долго делать, да, вот было бы быстрее, чтобы шмяк-шмяк-шмяк. Отмычек 19 мог делать взрыв, пакеты. Усилитель ночного видения? Нихера. Но я ночью не гуляю пока. Так. Первоклассный энергетик. Прощай усталость. Еще и 5 штук дает. Давайте возьмем. Ну, там наверняка захотим от кого-то убегать. Сделаем наши любимые сюрикены. Ракеты я пока не знаю, как ими управляться. Поэтому я не знаю, хочу ли я их создавать. Потому что я пока в них не нуждаюсь. Ну, просто пока стоим, сделаем. Ой, я смотрю, у нас новые всякие дополнительные оружия появились. Взрыв пакет хорошая вещь, правда. Я их недооценила вначале, а сейчас я понимаю, что они нам на самом деле могут помочь убежать просто. Или что-то найти, куда-то зайти, куда нам надо. Поэтому мы не будем на них экономить. Отмычки тоже сделаем. Пока сок попью, кстати. Пока будут делаться отмычки, попью сок. У нас такая рекламная пауза. Самое клевое, что он мне сразу 5 штук дает. Но я думаю, на этом... А для чего еще мне металлические детали могут понадобиться? О, да много куда. Ну, понятно. Рюкзак 6 из 8. А что это? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот это считается? А вот это все, типа, я могу в неограниченном количестве брать, я просто не понимаю. А, да, улучшение оружия бесконечно, детали для сборки бесконечно, боеприпасы, другое бесконечно. Огонь. Ну все, он бесполезный. Клево, я ответила на один из важнейших, кстати, вопросов для меня во всех играх. Так, нам надо срочно бежать, потому что мне нужно уходить в ресторан, понимаете, дела? Поэтому, наверное, этот выпуск получится чуть покороче. Не серчайтесь, не обижайтесь. Что какие-то пробки какого-то, черт, в субботу, блин, в Москве, я не понимаю. Не, ну Москва-то это понятно, бесконечные пробки, но просто хотелось бы. Ах, ты еще А, ты можешь, давай. Сука, ты не можешь. Еще и застрял. Короче... Мне осталось... Да, бля, ну что это за дыра такая? Я... Мы сейчас через этот дом
не пройдем. Сука, как они тратят мое время. Слезай уже! Довел меня, слышь? Не-не, это просто какая-то конченная локация, из которой не выбраться. Ой, как же меня это бесит. Куда мне идти? Я вижу на маленькой карте. Вижу. Идти мне в другую сторону. Туда? Туда? Да, мне туда. Значит, идем прям в гору. Ой, сейчас кто-то сломает ноги. Ладно, зато мы быстро спустились. Это что? Не, ну заебу же, а. Бегать. Вот это что такое? Сейчас еще и потемнеет. Ребята. Прыжочек. Что-то не перепрыгнул. Горящий мутант. Кстати, вы заметили, они-то все-то и не горят нифига этим самым. Так, мы все нашли. Кайф. Да. Я принес фильм и конфеты. Подожди, я покажу маме. Гази снова победил. Браво, Гази. Дудик какой-то. Да, что же сделать? Нечего. Залез на крышу. А что, сразу нельзя было? Мы могли не бегать. Кстати. А птичка. Можно было не бегать, сразу надо было залезть к нему на крышу, надавать ему по башке. Сейчас я только соображу, как на него поудобнее залететь. Сначала на это дерево. Сука, ты чё? Не прыгаешь на деревья? То есть ты столько всего умеешь, а на деревья не можешь? Иногда я поражаюсь. Ну как же нам запрыгнуть туда? Неужели... Блин, они меня сегодня просто донимают. Ну, начинается. Так. Думай. Думаем логически. Как залезть нам на эту крышу? Так плохо. Как-то вот по трубам мне надо. Это значит, что мне надо залезть на мост. Мы сейчас залезем на этот дом. Сейчас. Сейчас. Мы быстро сообразим. Мы сейчас залезем на этот дом. Тут где-то должно быть такое вот возможность такая. Да, залезай. Ты чё, ты чё? А тут чё не мог залезть? Так, теперь. Как дальше? Теперь мы залезем сюда. Сюда. Легко сказать, да, войдите через крышу. Так, мы прям... Что-то это вот дальше-то я и не подумала. Погодите. Сейчас разберемся. Вот тут, кстати, офигенная локация, потому что тут очень много тачек, а в тачках, сами знаете чего, много всего. Так, нам, короче, надо не сюда, нам надо вот сюда. А я могу ли я туда... Нам надо как-то спуститься на вот эти штучки. Но... Как? Подожди, дом там. Нам надо забраться вот сюда. Может быть, с той стороны есть какая-то возможность?
Я понимаю, что наверняка есть путь-то намного легче, просто я о нем не знаю, но как бы вы же не можете меня винить, обвинять в чем-то таком. Так, тут, кажется, вообще никаких вариантов. У нас есть пару минут подумать. Я вижу. Эй. Видали, пацаны? Ну как еще на эту крышу заберешься? Говорю, ой, слышите, ночь наступила. Так, это же нужная нам крыша. Главное не упасть, мы так старались с вами. Так, у нас остается совсем мало с вами времени. Блин. Классно. Классно. О. Короче, ночь, поняли? Начинается дичь. Ну, мы как раз на этом доме с вами и закончим, потому что мне надо уезжать. Успеем ли мы выполнить эту миссию, потому что такси едет. Я еще не одета. Ну вот так, нехорошо. Не дело, не дело. Не порядок, не порядок. Ну я посмотрю, может я объединю этот выпуск с чем-то другим. Фильм идет, мама своя. О, ты его мама. Так, тогда конфеты забираю. Да. У него явно проблемы. С кукухой-то. Ладно, давайте на этом закончим. На этом с вами мы закончим. Ну, может, я приеду и доиграю. Так что всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вы не переживаете, что выпуск получился коротким. Забейте. У меня же каждый день выходит, поэтому расслабьтесь. Всех люблю, целую. И увидимся в следующей серии. Так уж исторически сложилось. Всем пока!